Чуваши любят спорт. Посмотрите, с каким усердием занимаются юные хоккеисты, мечтая о будущих победах. Буквально за несколько лет в Чувашии появилась отличная инфраструктура для развития хоккея. Появились новые тренажерные залы для развития физических качеств юных хоккеистов. Долгожданный подарок для любителей хоккея стал ледовый дворец «Чебоксары-Арена». Он стал основной базой для команды мастеров, участвующих в первенстве высшей хоккейной лиги.